Здравствуйте, дорогие друзья. Прикольно, я загрузился, значит, а у нас тут все оказывается нормально. Так, глушим, доливаем, закрываем. Сейчас у нас все по стандартному, не работает там ничего. В этом, как его зовут-то? Ну, в битриках не загружается заново. Тогда мы с вами сейчас отправляемся, продаем быстренько и... Идем куда-то там идем. Ну-ка. Да, смотрите, я его толкаю. Классно. Так, загружаю быстренько опять всю машину дровами. Дровишками. Продаем их брату, едем в город, пытаемся до 12 часов дня встать под колокол, чтобы нам по голове дзынькнуло. Я не знаю, что из этого будет, но надо попробовать. Может быть что-то, может лейку нам вернут. Без лейки прям реально грустно. А, я, кстати, не посмотрел, что у нас, насколько выросло. Так, 12%. Если сейчас здесь что-то есть, то это прям хорошо. 0%. Нет, ребят, надо обязательно поливать. Так что, скорее всего, надо будет начинать заново. Ну, что поделать? Ничего не поделаешь. Так, а смысл тогда ехать продавать дрова? А, да, поехали проверять, что там будет, когда по голове дзынькнут. И начнем заново тогда. Все как вы любите, чтобы все косячки были видны. Вот я буду все это оставлять. Не просто начать заново играть, а накосячил. Все. Смотрим, что будет. Боком будет, ёлы-палы. Так, даже продавать не буду я. Смысла не вижу продавать, потому что новую игру будем начинать. Но уже, зная все ошибки, все будет намного удачнее. Вообще наваливаю боком. Растерял там пару дров. Да кого это волнует вообще? Берите, ребятки, пользуйтесь, я добрый. Да, вот я не знаю, зачем я спешу, если только через 4 часа, это где-то через 8 минут, у нас тут дзынькнет это все дело. Давайте еще покатаемся по городу, может еще что-то я не увидел такого очень важного. А представляете, может прямо именно в воскресенье надо прийти в церковь. Так, вот, давайте заодно проверим на лесопилке, что у нас. Ёксель-моксель. Допустим. Хочу сюда сдать. Что мне скажут? Мне скажут, ты что, дурак, что ли? Логи нужны. Логс хер. Чтоб продать. Работает. С 8 до 5:30. Ладно. Ну, как я понимаю, сюда чисто спиленные деревья целиковые надо таскать. Так, а ну-ка, пока время есть, давай тестить. Стоп, зачем упал? Не зря тут так все это интересно сделано. Что ты такой? Неуклюжий. Трижды неуклюжий. А зачем я так делаю, если можно вот отсюда сделать это сюда? Да. Не допрыгну. С моим везением я до туда не допрыгну. Так, что у нас? Смотри. Там какой-то домик, там какой-то остров.
У меня так много вопросов и так мало ответов на них. Я хочу на тот остров. Так, это мне надо ехать туда и выезжать с города, но я не готов, потому что через 1,5 часа у меня встреча с колоколом. О, как я все растерял. Я думаю, где-то так. Не так. Хотя, может, допрыгну? Не допрыгну. Да, прыгну. Шикарно. Остается как раз час 10 минут. Чё? Все же было хорошо. О. Не знаю, ребят. Сейчас, может, из меня выйдет какой-нибудь демон. Так, you like exploring хех. Хех, эх. Я не знаю, может тут анимация какая-нибудь красивая, может вот так вот как. А может ничего не будет, а может что-то будет. Так, там продается у нас прицеп, здесь заправка. Там в большом у нас этот. Сироп покупают. Там есть что-то, там есть что-то, здесь что-то есть. Ну что, мутим таймлапс. Сидим, ждем под этой надписью. А что, может, нажать на нее надо как-то, нет? Вообще, я думаю, будет анимация какая-нибудь прикольная. 2, 1. Поехали. Ну. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Машина моя где? Машина моя должна быть здесь где-то. О, ха-ха, я тут все раскидал. Едем к дому. Едем к дому, который стоит там. Так, чтобы к нему заехать, нам надо отсюда выехать. Вообще церкви, типа там по воскресеньям, они же принимают там каких-то там людей. Может быть, надо приехать сюда в воскресенье, и будет что-то интересное. Так, только где тот дом находится? Там надо, получается, вдоль берега.
Сейчас поедем к берегу. Вдоль берега будем ехать. Тихо, 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 тихо. Главное, в воду не упасть. Кажется, у меня что-то проблемы будут сейчас. Чё? Стоять. Мне кажется, это была не очень идея. Во, так-то лучше. А, тут дорога есть какая-то, сейчас смотри. Ну это прям как проклятая земля какая-то. Я видел дом около... Во, да-да-да-да-да-да-да. Что это такое? Закрыто. Так, там какой-то мотор есть. 25. Интересно. Так, мотор похож типа для баги как раз-таки. Так, здесь как раз для баги всякая штуковина есть. Там есть печка. Подвал. Как-то надо забраться в этот дом. Пендл, блядь, закрыто. Локет, 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 локет. Что еще тут есть? Кровать есть. Бумага есть, чтобы печку растопить. Но самое интересное, это подвал. Подвал, ребятки, и вон там вот можно будет. Тут есть какие-то причалы для лодок. Лодок я не вижу. Там есть лодка. Так, едем в город, короче. Едем в город и поворачиваем налево. Сейчас мы всю с вами фигню посмотрим, которая тут есть. Эта серия будет познавательная серия. Так и будет она называться. Познавательная серия. Погнали назад. Так, шлагбаум. Лол. А это уже интересно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Коттедж, короче, продается за 5300. Вот такие вот, ребята, пироги. Здесь все прокопано, чтобы я не выехал. Ладно, так и быть. У нас же полноприводная машина. Это что такое? Ё-моё, пацаны, смотрите. Какие тут машины стоят?
Какая красота! Как сюда попасть? Дайте мне эту свалку. А что это такое? А что это просто? Это джампспунг и что? Они выкинули просто ее, смотрите. Выкинули в мусорку. Что за нелю? Нет, сюда нельзя никак зайти. Кошмар, кошмар. Вот это я нашел. Вот эта штука классная. Чётенько, чётенько, чётенько. Куда я попал? Я что-то даже не понял, куда я попал. Пока, свалочка. Вот это я сейчас выруливаю. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что это такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? А! Песочек. Песочек это про к воде относится. А мне надо куда-то к этим выезжать. Ядрёнка, черышка. Кажется, вот куда-то туда мне надо. А чё у меня давление масла 0? Рано, что-то ничего не понятно. Во, дорогу нашел. Чё так страшно он разговаривает? Офигенный грузовик, он просто вывозит, вывозит. Так, надо держаться левее, будет вон тот причал. Правее, 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 правее. Ой. Пока здесь постоит. Да, смотрите, есть лодка. Есть остров. И нужно обязательно туда попасть. Лодка стоит 14 тысяч. Почему ей плохо так? Почему ей так плохо? Broke ass, broke ass, broke ass. Типа сломай жопу, что ли? Прикольно. Прикольно, короче, да. Только непонятно, почему такое произошло. Ладно, ребятки. На этом, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, следующая серия у нас начнется уже, скорее всего, с самого начала, все потихонечку, все аккуратненько, без происшествий и нештатных ситуаций. Всем удачи! Где же ты? Где же ты? Где...